просто красавчик. Да, вижу. Опасно. Блять, прочитал говндона. Те атаки, кстати, от этого Холик Найта идут. Ой, блядь! Как опасно, а? Рикошет, сука. Сука, блядь. Так, Холик Найт, блядь, подожди немножко, нахуй. Кэст, ты ему напиши, чтоб он это, вышел из игры. Кстати, он тоже 7-й номер. О, заебись. О, отлично. Понял. Кайс не поделил с ним номер 7. Да-да-да-да-да. Пошли закрывать всех и закрывают. Хорошо сейчас. Во, все, стоим. Стою. Хорошо. Хорошо. Ой. Вратарь бот. Внимательно, внимательно. На мяч. Хорошо. Только не на пожаре. Дальше. Блять. Да что такое? Что-то это. Не понимаю сам. Вроде все обычный пас. Сам, беги. На подачу. Наш мяч. О. Беги давай. Сорок пятая, до конца играем. Ой, мой. Да, счет-то у меня не получалось. Вроде дел все нормально, то же самое. У них только владение, смотрите, 63%. Отборов больше. И все владение, я смотрю, вот на фланге этого Холик Найт как раз. Четыре. Да, они плохо играют. Два угловых. Много игроков, походу. Что у них все защитники 79-80-81. Плохо. Блин, вообще. Ну у них вратарь бот. Вот это вот, блин. Надо бить. Да, надо бить. Они, конечно, играют в пас просто очень неплохо. Ой, твой чеки. Хорош, красавчик. Да блин.
Ага, сразу. А чё это ему-то? Мне тоже показалось, что от него ушло. Ай-яй-яй-яй. Как так-то, блин, ёлки-палки. Ой, хрена он меня вывернул. Право. Сразу, да. Кого? Ой, хорош! Я ждал, я думаю, что они не валят. У меня же уже линия скоро финишная. Архон нырнул, нырнул. Они не валят, не валят. Архон, надо забить. Фу, ну давай, Архи. Опс, ну так. Хорош. Хорош. Молодец. Сейчас они нам устроят, короче, здесь ад. Хорош, вынес. Красавчик, значит. Ну! Чеки, чеки, чеки. Блять, это вот дачу не отдал. Хорошо. Хорошо. Ну давай! Хорошо! Хорошо! Кай, сзади, Кай. Ой, 2-0. Такой жестокий голос. Не забью. Не забью. На, блядь. Молодец, бля. Надо показывать Фёдор бывшим игрокам, как надо играть. Да, да. Они украли нашу прелесть. Хорошо. Да, с удовольствием. Бля, сейчас внимательно, потому что они сейчас это будут вообще на рейдже играть уже. Но будут нервничать с другой стороны. Надо просто немножко понадежнее сыграть, и все будет хорошо. Ух ты! Блять! Блин! Амельянов. Гангнам стайл, блядь. Точка, как ударил-то, а? Да. Филигранно. Добрались. Да, ребят, сейчас нужно каким-то образом, блядь, 20 минут, аж 30 продержаться. Да, если добить, сейчас будет хорошо. Хорошо. Нафигать. Хорошо. Но нет. Чего нет? Забивайте. Отда... Да это пиздец какой. Блять, обрез, сука. Сука, опасный обрез. Рил. Успею, успею, успею. Хорош. Ворота, блядь, быстрее. Назад, назад, возвращаемся. Погнал. Нормально, нормально.
Ой, хорош, Кать. Снизу. У тебя. Угол. Сейчас внимательно на угловом. Стандарты, это очень, блядь, опасно. Нормально. Такой чисто Коля Басков сейчас бежал. Натуральный блондин. Выноси, блядь. Фу, хорошо, что не свистнул. Да. Его там свалили, это неплохо, да? Да что-то. Блядь, ну что за агония? Нахуя сразу, блядь, выносить? Ну это ж боты, чё ты. Кайс, открывайся. Ой! Я его прокарауливал специально. Блять, развивается. Я думал, вот отдадут. Стандарт. Внимательно. Да, я вижу, блядь. Пух, блядь. Хорошо. Ой. Ой. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Держим, держим. Вратарь пришел. Внимательно, 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 блядь. Вратарь пришел. Он желтый, да. Хорошо. Фух! О, все, парни, в полуфинале. Круто! Не, ну вот мощная команда была. Да, они неплохо играли. Вот там, посмотрите на него. А? Значит, не бот. А может быть просто они можно. Там, наверное, можно вводить вратаря бота. Неплохо, неплохо. 2-1.